Парни, вот такой небольшой лайфхак о том, как в осеннюю погоду, когда ездишь по лужам и по снегу, не промочить ноги. В мотоботы вставляете два мусорных пакета. Ну и желательно одеть носки потеплее. Ноги чуть влажные, но не мокрые. Соответственно, и теплые. Поэтому пользуйтесь, у кого нет крутых носков Dutch Hell. Пакеты стоят 60 рублей. Ну, если это видео было для вас чем-то полезным, напишите комментарии, поставьте лайк и подписывайтесь на канал Enduro Красноярск. До новых встреч!